Давайте прямо сейчас представим, что весь этот снег растаял. Сегодня мы приехали как раз к поселку Затон, это первый поселок, который топит около Барнаула, чтобы узнать, насколько город готов к паводку. Сегодня нам расскажут службы МЧС и администрация города и края, насколько мы готовы к большой воде. Внимание, внимание, граждане! Для оказания вам помощи просим оставаться на месте. К вам выдвинулись спасатели. Были отработаны практические вопросы, а также смотр формирования территориальной подсистемы и проверена готовность личного состава к действиям по предназначению именно в паводковый опасный период. Программа полета составлена так, что он делает ортофотоплан, который показывает местность ее плюс высотами. Это позволяет превентивно принимать меры в случае возможного там, затопления, потопления, устанавливать определенные мероприятия. К месту происшествия прибывает западно-сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Зюкова и специализированная пожарно-спасательная часть Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на двух снегоходах. Доложить? Да, уважаемый товарищ, товарищ генерал, вашему вниманию представлена группа дезинфекционная, которая входит в состав плотного краевого противопехотинского отряда, в состав группы 7 человек. Основные задачи группы. Первое – это дезинфекция. Дезинфекция в случае необходимости мест, которые попали в зону подтопления. Получается, если паводок, ваши действия каковы? Если паводок, у нас идет тесное сотрудничество с МЧС, нам звонят, мы сразу готовы выехать на помощь. Силы и средства в дальнейшем будут заниматься подготовкой к паводкоопасному периоду. Оцениваю деятельность личного состава на оценку удовлетворительно. Сегодня в поле около Затона, чтобы отчитаться перед губернатором о готовности к паводку, приехало около 300 человек и, наверное, такое же количество спецтехники. И если они отчитываются так же хорошо, как будут устранять последствия паводка, то бояться нам нечего. Дарья Демилер, Андрей Печоркин. День с толком.